Утро доброе. Вести Карачаево-Черкесия с вами. Сегодня 22 октября. Дождливая погода в этот день предвещает скорое похолодание и снегопад. Это по народным приметам. А какая погода будет днем, будет ли дождь, узнаем из фотогидрометцентра, но чуть позже. В Махачкале прошел всероссийский театральный фестиваль «Русская сцена», русский театр драмы и комедии представил спектакль «Сон в летнюю ночь» и вызвал значительный интерес как у зрителей, так и профессионалов. По приезду с гастролей директор русского театра драмы и комедии Карачаево-Черкесии Хасан Биджиев поделился своими впечатлениями с вестями. Отбор был очень тщательный. Я могу сказать, что из всех русских театров Северо-Кавказских республик нас отсмотрели, пригласили. И пригласили еще и Ингушский театр, потому что они поставили доходное место Островского. Это классика русская. Она была необходима. Вот и все. Очень содержательная была встреча с зрителями. Одним словом, себя не похвалишь, никто не похвалит, говорят. Но в данном случае получилось так, и нас похвалили. Актерам это большой дает стимул. Это не просто поехать, показаться, уехать. Во время обсуждения очень много раскрывается. Взгляд со стороны профессионалов высокого уровня. И когда они говорят, и даже замечания, они не такие обидные, как обычно бывает для актеров. Актеры немножко ранимы, они хотят, чтобы похвалили. Но они понимают, и вот это их как-то подстегивает, и они готовы работать. Я всякий раз хвалю свою труппу, потому что уникально. Потом все, кто приезжает к нам, режиссеры, они говорят, что они у нас отдыхают, потому что творческий коллектив, он, еще раз говорю, он немножко такой необычный, каждый хочет показать себя, не потому что эгоистично, но так устроен, такая конструкция у актеров, или там певцов и так далее, ну, то есть люди искусства, но никаких каких-то вот общепринятых в театре, там, закулисные дела, это нет, у нас вообще этого нет. Слава Богу. И многие приезжают, говорят, и мы не понимаем, куда мы попали. Так что у всех есть одна задача. Поднять еще выше, как можно больше и выше русский театр нашей республики. Конечно, задача эта стоит перед всеми, прежде всего, национальными театрами. Потому что мы национальная республика. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на черкесском языке. Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды. Хорошего дня! В Карачаево-Черкесии облачно. Днем с прояснениями, ночью местами небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3, +2, в горах -4, -9. Днем +6, +11, местами -1, +4 градуса. В горах внимательнее, на дорогах местами гололедица. В Черкесске облачно, днем с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1, +1, днем +9, +11 градусов.